Всем здорово, ребят. Ну что, у нас сегодня первая битва гильдий 2020 года, и у нас сегодня будет тест второй имбы, наверное, после барда, который показал себя очень круто. Это оккультист. Будем тестировать именно его в такой же сборке, как и бард. Огненка плюс истинная вера. Я тестировал его, смотрел, он показывал на топе. Разница прошлой сборки с ССО. Этот выстоял 3 минуты, тот с ССО выстоял 10 секунд. То есть, ну, вы все поняли насчет нового таланта. Он реально нуждается в фиксе, потому что это конкретный дисбаланс. Ой, как хорошо с утра кофе пить. Поспал, попил кофе, жизнь удалась. Так, оккультист. Поехали посмотрим, что там у нас сегодня на битве. Гильдий. 995. Лям. 2 по ляму. Еще 2 по ляму. Отлично. Поехали шатать миллионников. Так, Зефир, Барт, Фрейя, Мэри. Давайте попробуем. Я хочу попробовать именно так, чтобы он залетел в расту и отхватил люлей. Посмотреть, сможет ли он держать урон. Нет у нас ладушек, к сожалению. Но, надеюсь, дальше будут. По сути, герой дальник. Снимает негативные эффекты. Имеет усиленную защиту. Вот против Зефира. Почти максимальные прокачки, да, там 14-й Зефир проседает наполовину. Конечно, это не бард, которому вообще все пофиг, но, по крайней мере, этот держит урон Зефира без проблем. Понятно, с ССО у него входящий урон от других героев намного выше. Воу-воу-воу-воу-воу, ничего себе, 70, ребят, 74%, и он слился. Значит, все-таки имба года 2020 пока у нас, наверное, скорее всего, будет бардик. Оккультист, как видите, слился как-то вообще просто на изи. О май гад, что вы творите? Мне даже резать неким. Это тоже, кстати, печально. Где там у нас еще осталась одна цель? Пиковка может, кстати, не добежать. Давай, тыква! Мы в тебя верим, тащи! Тащи! Вот так вот, ребята, вот кто тащит. В 2020-м это тыква. А, так, отлично. Как видите, не такой он уж и неубиваемый. Хотя ожидания были посерьезнее. Ну, поехали дальше, посмотрим. Раз на раз не приходится. Плюс он у нас здесь с вами без суперпэта, конечно же. Ну, посмотрим, что у нас получится в итоге. Самое главное, чтобы он забежал в центр. Вот на него действует этот новый суперпад, замораживает. В принципе, довольно-таки тоже неплохая тема на дефе. Каких-то пару секунд, а мы теряем их. Ну, это, в принципе, никак не влияет. На цепа. Тут он даже не забежал. Такс. Хорошо.
принципе, ничего хорошего. Но, как видите, максимальная сборка, и он проседает. Интересно. Это очень интересно. Я уже жду атаки фортов на выходных. Так, ну тут я буду однозначно сейчас вот так вот запускать его в центр. Ой, не его. Проседает, причем конкретно проседает, я вам скажу. Смотрите, просто разваливают почти его. Лиса просто ушатала. А, вот дырка есть, давайте дырку закинем. Хорошо, такой вариант понятен. Давайте попробуем ради интереса. Закинем сюда бардика. В принципе, тут можно и девятку ставить. Девятка, десятка, там разницы никакой нет. Я уберу тоже. Сделаю вот так. Думаю, тут уже ничего комментировать не надо. Тут уже и так все видно. Уже тыква, посмотрите, под разгоном, ребята, это просто жесть. Вот вам имба 2020 года. Самый топовый герой. Посмотрите вот сюда. Нифига себе его слили за 30 секунд под мега разгоном. Давайте, кстати, давайте все герои потестируем сейчас, посмотрим. Я надеюсь, так, чтобы я не набил. Давайте кидаем Мэри. Падла! Испортила нам всю картину. Ай-яй-яй-яй-яй. Придется уже его проходить, других вариантов нет. Обидно. Придется их всех убить. Ну, конечно, 30 секунд под разгоном тыквы на максималке, это жесткий, да. Надо было Мэри не выпускать кого-то другого. Так, отлично, тестируем здесь, смотрим. Тут у нас есть Фрэнк. Куча других героев. Космо вижу. Тут, по крайней мере, по чуть-чуть держится. Но сказать, что мега-мега прям супер он держит урон, я бы не сказал, честно скажу. У него получается с новым талантом, только ОЗ-шка работает половину дефа. СО не хватает, но есть отхил. Но сливается, как видите. Частично. Ну, в принципе, он-то пройдет, но если бы он подошел к героям сейчас, то, наверное, его бы просто ушатали налегке. То есть такое. Но у нас нету смотра. Суперпэтом, понятно, он будет тащить получше, но без суперпэта, как видите, он не настолько неубиваемый. Так, тут у нас Зефир. Фрэнк тоже есть. Хорошо, пробуем здесь. Попробую барда еще затестить. Зайду со стороны. Блин, жалко, нельзя ближе закинуть. Было бы неплохо. Но тут, я думаю, и так все видно. Посмотрите разницу.
Я сейчас одного и второго выпущу. Бард вообще не проседает, Барду пофиг. Ну, вдвоем, я думаю, они просто мега неубиваемые будут в такой сборке. То есть этот тандемчик плюс ворожей, будет пофиг все. Соло все-таки Бард круче. Оккультист, видите, проседает по чуть-чуть. Ну, вдвоем без проблем. Плюс кидаете еще сюда третьего ворожа и, в принципе, вся битва гильдии. У меня проходит. Ну, я деф не ставил. У меня, как обычно, топовая раста. Ну, что я могу сказать? С 2020-м всех надеюсь, а то хрень скоро пофиксят. Потому что с этим талантом уже просто, ну, какой бы у вас там деф не стоял, кто бы у вас там не был, но таких героев реально сложно слить. Сейчас зайдем, посмотрим, кто там есть стопов. Может, на кого-то можно напасть. Вот Зефир, Ворожей, Фрэнк, Рея. Вот, кстати, неплохо. Тоже, в принципе, не особо так до половины проседает. Но его слить реальный. Но, блин, ребята, это топовый противник у нас. Он входит в топ-10. Держится. Смотрите, сразу же отхил. Нормально тогда. Но проседает, конечно, он конкретно. Ну а тут вот, сами все видите. Просто вот какой-то, ну, бред. Как можно выпустить талант и не посмотреть на кулдауны, на героев, которых вы сделали до этого, и не протестировать на все герои. Что с этого получится на локациях? Ну вот разница. Пожалуйста. Ему просто пофиг. Да, он не идет, он не дамажит, но он, блин, просто неубиваемый. Плюс кидаете сюда вот так вот. Второй, третий, вот три, троица это. И начал Бард проседать. Выкинули всех, и он начал сливаться. Но вот втроем они себя будут чувствовать очень комфортно. Что бы вы там ни делали, кто бы там ни дамажил, они снимают дебафы, они хилятся, они превращают урон в отхил. Что еще надо? Вот и все. Вы бы там у вас не стоял. Да, Рея била не было. Била не было, нифига вы не сделали. Все, пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.